Друзья, всем привет! Сегодня про друга вкратце хочу рассказать. Мне подписчики там спрашивали, пару человек. Например, смотрите, мы думали, что друг мой реально хорошо разбирается в машинах. Мы ему как бы доверились, можно сказать. Получается, реально машину, он там, когда у нас свечи, например, окислились, он их почистил. Это правильно он сделал, это и в начале было. Последний раз что у нас получилось? Я не знаю, что он там намудрил, с двигателем, получается, провода какие-то отключил или что сделал. Как нам на сервисе сказали, мы сервис возили, вот здесь у нас на стеколке есть, они сказали, что там можно один провод отключить, типа датчик отключить, и у тебя машина не будет заводиться. То есть она будет заводиться, но будет глохнуть. И все. И он, сказал, там какие-то датчики топливной рейки, он сказал, сломались. Хотя я в интернете посмотрел, они еще по-другому выглядят. Он там какую-то показал за 18 тысяч на Авито, я не знаю, что он, какое объявление там показал, 18 тысяч стоит. Говорит, ладно, позвонил там кому-то своему знакомому и сказал, у него есть за 8 тысяч. Будете покупать. Естественно, мы в машинах не разбираемся. Машину хотели завести, сделать. Мать последние деньги, если честно. Сняла, съездила в Сбербанк, можно сказать. И это заплатил ему, чтобы он машину это сделал. Естественно, он съездил в хозяин на стрелку. И купил, какие-то дешевые запчасти, которые стоят, можно сказать, 50 рублей копейки. Потом я взял, эту запчасть, получается, сходил здесь к автоэлектрику. Здесь автоэлектрик есть, работает, и я ходил, показал ему, он говорит, это вообще запчасти копеечные, не стоит там 50 рублей, он сказал. Естественно, я Максу позвонил, сказал, естественно, он там ругаться начал, угрожать мне, потом в Инстаграме писал, ты же меня знаешь, я сейчас приеду, тебе, кранты там, такие вот дела и были. Вот и все, друзья. То есть, после этого больше я, конечно, с ним даже общаться не хочу. Лет 8 где-то общались с ним, да, я ему доверял, как можно сказать, как родному человеку, как брату, можно сказать. А дальше, друзья, сами думайте, кто виноват, то наговариваю я или я не прав или прав. Думайте сами. Мне давно подписчики писали, что ты с ним не общаешься. Я к ним вообще не прислушивался. Я думал, реально он нормальный человек. Так что такие дела. Дальше, друзья, сами думайте, прав я или виноват, или я сам. Я знаю, что я сам виноват. Но сами думайте, кто прав, а кто не прав. Всем пока.